Привет всем! Вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой играем в хоррор, и не просто хоррор, а это инди-хоррор под названием Puppy Playtime. Chapter 1, что-то там с обниманиями, что связано. Я как что-то сотрудник Playtime Corporation наконец-то вернулся на фабрику много лет спустя, после того, как пропали все. New Game нажимаю, и надеюсь, что у нас с тобой получится очень даже неплохо, и пройдем мы с тобой сегодня Chapter 1. Смотрим VHS-кассетку. Ты что-то думаешь, что множество девочек включают что-то там ее имя Папи, и она первая интересная кукла в мире. Маленькая девочка может говорить, ее папе gives ее вопросы. Она первая кукла, на самом деле, которая имеет conversation с ребенком. Тяжело поверить, просто глянь. Короче, мы сейчас будем просто глядеть, а вот это Puppy Playtime Doll будет нам рассказывать, как она себя позиционирует в этом мире игрушек. Я переводить это не буду, потому что я английский не знаю ни хрена, и... Ну, это я понимаю, она что-то спросила, можешь ли ты почистить ботинки, и ты говоришь, типа, да, конечно же, и она говорит, отлично, спасибо тебе. Что-то про волосы рассказывается, короче, надеюсь, пройдем, если не пройдем, то я это даже не выложу, поэтому, если ты это смотришь, значит, возможно, я прошел, а возможно, нет, возможно, там было что-то очень страшное, и поэтому я это выложил. А я что-то захожу в Steam, думаю, блин, надо, наверное, что-нибудь хоррорюшку какую-нибудь снять. И открываю с хоррорами, популярные в последнее время. И смотрю, там что-то какой-то на первом месте вот эта игрушка, Puppy Playtime. Думаю, блядь, дай куплю. Недорого, в принципе, стоит. Если, блин, хорошее, что нет. Люди же ведь хорошее что-то они пишут. Ой, цветочки. Цветочки. Цветочки — это хорошо, цветочки, значит, это доброе что-то. Конечно, нихуя не факт. Но, возможно, да. Эй, Puppy Playtime, написано каким-то очень страшным шрифтом, наверное, все-таки что-то очень страшное. Надеюсь, мы сейчас пересрем, обосремся, просто здесь вообще будет очень страшно и невероятно. Так, найди цветочек. Каждый думает, став пропавший 10 лет назад, где оставил здесь. Найди цветочек. Ясно, все, ничего не понятно. Хорошо. Начало такое, знаешь, веселое. Про куколку нам рассказали с тобой, про что-то еще. Так, нас приветствует с тобой в Вилкоме синий монстр какой-то. Сосиска вместо рта. Ну или что это такое? Кетчупом намазали. Здорово, мужик. Зеленая кассетка. Так, и что, и как? Можно это нажимать? О, на Е. Телевизор сейчас посмотрим, смотри-ка. Привет, мое имя Лейк Пири. Ой, все, иди в жопу. Пойдем. Там кто-то шевелится, может быть, кто-то страшный. А, поезд. Ничего, сюда приехал. Разноцветный поезд ездит. Могу я что-нибудь с ним сделать, нет? Не, не могу. Ладно, в этой комнате, видимо, хотя, может быть, что-то есть. Подожди. Кого бояться? Самое главное, мне нужно узнать, кого бояться, от кого прятаться. Потому что здесь есть, я так понимаю, да, вот. Приседалка, скорее всего, она сделана для того, чтобы... Может, прятаться, может, это какой... Как он называется там? Как это называется-то, блядь? Забыл, короче, как слово-то произносится. Это что за drum and bass, этот, drumpad? Так. Красный, синий, желтый, желтый. Красный, синий, желтый, желтый. А, второй раз нельзя ввести, да? А какие здесь цвета еще есть? А, здесь больше никаких цветов-то и нет. Здесь есть синий и какой-то бирюзовый. Типа... Блять, нет. Где здесь может быть написано это все? Поезд разноцветный ездил. Может быть он? Но на полу просто здесь ни хрена не нарисовано, не написано. Здесь тоже вроде как ничего не написано. Там написано security, наверное, нам туда и нужно. А потому что больше никак иначе. Вон там ладонь нарисована. А как я туда? У меня ладони-то нет. У меня же рук даже нет, бляха-муха. Да? Да, наверное, да. Пойдем к поезду, посмотрим, из чего он состоит. Из каких цветов он состоит, чтобы, может быть, так работает. Котейка! Какой милый котейка.
Давай мы тебя на превьюшку поставим. Вот такой вот. Будешь такой веселый, веселый, веселый малый. А, четыре, смотри, четыре цвета. Зеленый, розовый, желтый, красный. 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 Зеленый и розовый. Зеленый. А, зеленый, розовый, желтый, красный. О, смотри, как все просто. Голова, блядь, не зря учился в школе. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, синяя кассетка. Это мы знаем, куда сувать уже. Никто там сзади ко мне не подойдет. Playtime. Граб, короче, хватающий набор. Состоит из двух рук и веревкой. И соединен веревкой. Держи босс кэнон. Фотоаппарат, что ли, какой держать надо? Нажимай на триггер огня и обратно возвращай. Держи, чтобы тянуть объект. Только огонь маленького объекта handles. Не нужно в своего сотрудника, короче, коворкера стрелять. Может быть, что-то неприятное случится. Что-то там... А, можно, короче, какие-то эти соединять. А, я видел в этом, в описании к игре. Там такая хрень была, типа, там надо было замыкать какую-то хрень. Ну, вот она, рука-то, я вижу, руки, руки, мои руки. Давай, руки. А где же ваши ручки? О, ручки. Возьми. Эй. О, взялось. А где же ваши ручки? Ну, ручки. А, синяя рука, кстати, смотри-ка. Держи down pull object. Ну. Ну и чего это значит? Не хочешь, прикинь, стрелять в каких-то случаях. О, здоровенький. Привет, дружище. А ты кто такой вообще? Я тебя видел на заставке. На превьюшку мне пойдешь? Наверное, нет. Синяя рука, подсвеченная. Давай, не дури, ты ко мне не подходи. Опа. А я вижу у тебя ключик. А что это за ключик такой? Так. А, это вот, повер, повер, ага. Сидишь здесь. Я его боюсь, потому что, блядь, он, наверное, скорее всего, главный герой. Может закрыть? Нафиг. Не, лучше не закрывать, потому что он вряд ли, конечно, сюда пройдет. Он же здоровенный какой, смотри. А вот мне обратно уходить будет тяжело. Я вот не знаю, где бояться больше, тут или там. Блин. Стремновато прям, не знаю, прям как-то не по себе. Это что такое? Ой, это что произошло сейчас? Бедный дракоша. Панули головой об стенку. Помер. Так, он все еще там стоит. Я вижу вот эту хрень, которую нужно замыкать. Я так понимаю, вот это надо замкнуть. И замкнуть это все не просто так. Так, что там? Do be kind to others, show up on time, not hide behind the doors, is care less fear. Что-то тут написано. Оставайся в кровати... А, не, оставайся в кровати после 8 вечера. Post midnight, да. После 8 вечера. Miss your campaign time. Что-то там написано. Непонятно. И входи в innovation wing without authorization. Понятно. Ничего не понятно. Я английский плохо знаю. Читать, может быть, и умею немножко, но... Розеточка. Хрень какая-то. Ну-ка. Ой. О! А, все, понял. Здорово. Погоди. Он там еще стоит? Оп, смотри, и пропал. Он пропал прямо в момент, когда я на него смотрел. Так не работает, дружище, так нельзя. Зачем так делаешь-то? Специально, смотри, даже подсветили. Хаги. Это, наверное, хуг. От слова обниматься, да, скорее всего. Он обниматься любит просто, дружок ты наш. И мы, скорее всего, сейчас будем, блин, от него, от его обнимашек прятаться. Ни хрена себе. А это что за сосиска на стене нарисована? А это тоже он. Только розовый. Блин. To hell. Лестница в ад. Осторожно, не входить, блять. Ну тут написано же ведь не входить. Это черный коридор, ни хрена не видно в нем. Но это единственный путь наш с тобой, и, наверное, к прохождению этой игры. Я весь в мурашах, покрылся мурашами. Ужас, просто ужас. Не знаю, страшно. Страшновато, конечно. Назад не,
А, сзади ничего не происходит. Так, это что у нас с тобой? Так, и что это? А ручки-то здесь нет. А что поделаешь? Ничего не поделаешь, а ручки нет. А где же ваши ручки? Ой, ручки. Ручки. Так, и чего? Я вижу рыжий видак. Рыжий видак — это хорошо. Рыжий видак — это нужно. А где здесь рыжий этот кассета-то, чтобы этот рыжий видак глянуть? Ну-ка. Тащи. Тащи, 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 тащи. Может быть, что лежит здесь, нет? Девушки, не лежит ничего здесь. Ой, здорово. Женщина. Какая вы красивая. Может быть, что-нибудь здесь? Нет, расчлененный ребенок и не более того. Кстати, может быть, пойдем наверх, посмотрим, может быть, что там лежит. Мне как бы сюда и нужно. Так. Какая-то аккумуляторная батарейка. Что здесь лежит? Что здесь есть? Так, 0.1. Breaks. Remember to take breaks. Что-то помню о перерывах. Я синюю хрень взял, синюю хрень положил. И чего? И куда? И зачем? Положить положил, а дальше куда? Я сейчас прыгну и оттуда не выйду. Это я тебе точно могу сказать. Я оттуда не выйду. Подожди-ка. Как оно работает? Я так понимаю, вон там вон, да? Вон там вон. Вон там вон. Вон там вон. Есть проход. И этот проход. Этот проход. Вот он. То есть он идет вот сюда. Ага. А я если вниз спрыгну, я туда не пройду. Пойду обратно схожу. Может быть, там что интересное будет? У меня просто руки-то красные, нет? Где вторая рука? А, херушки, да, мне говорит игра? Ведь туда нельзя. Может быть, в ад можно? И в ад нельзя. Бляха-муха. А куда? И где вторая моя рука? Я без второй руки вообще никто. Какой-то одна руки какой-то бандит и пытается что-то сделать. А может, это я? Не? Смотри, у него тоже одна рука. Блин, нет, здесь, в принципе, пользы никакой от этого нет. Я просто думаю, где взять мне вторую руку. И рыжую кассету, кстати. Потому что рыжие кассеты я тоже не наблюдаю. Какая-то мутата происходит. Так, может быть, что ли наверху, где я это не досмотрел. Есть у меня что? У меня здесь есть инвентарь, и я могу, наверное, что-то глянуть. Нет, у меня ничего здесь нет. Непонятно тогда мне. Получается, единственный путь назад. Получается, единственный путь назад. Ой, назад, вниз. Назад. Какой назад? Это не подтягивается. И это не подтягивается. То есть, в принципе, логично сюда спуститься. Рыжую вижу. Ага. Ой. А-а-а. Она, вон она как работает. А почему здесь руки нарисованы желтые, зеленые? Типа, я думал, что у меня не будет работать. Ну, давай. Вот мне вот эту хрень нужно, вот эту хрень нужно. А там их 4. Какая-то еще должна быть. Давай здесь еще поищем. Может быть. Может быть. Да не может быть, а точно здесь должно быть это находиться. Должно находиться еще одно вот это вот непонятное... Хрень, короче. Вот это должна квадратная находиться рядом. А где вот? Где вот? Она светится же даже. Ее видно должно быть просто вот неимоверно далеко. Может быть, где-то внутри? Нет? Нет, нет, не лежит ничего. Блин. Ну, досада. Это не работает. Это работает только с двух рук, я так понимаю, да? Да, наверное, да. О, вон там. Подожди, вон там что-то светится. Скорее всего, это оно и есть. Блин, а отсюда не берется. А как я должен взять-то? Эй, товарищи. Нифига себе. Ну. Спасибо, блин. Она, короче, не хотела браться. Но я ее взял. Силой, можно так сказать. Пойдем. Пойдем наверх. Как возьму. Как возьму, как...
воткну все эти аккумуляторы, я не знаю, чипы эти, управление. Что-то так подвисает дико. Почему такое происходит? А-а-а, там рука наверху лежит. Смотри-ка, ну. Там рука лежит. Там рука лежала, а вот она. Ну-ка. Ах, херушки, да, она так возьмется. А сейчас меня за жопку схватит кто-нибудь. Не, не схватил. Это я пойду сейчас тебя хватать за жопку. Здорово. Так. Раз. Два. И пошла-поехала. Написано же, не входить человеком. Ну, я туда иду. Так, ладничка. Ой. А я тут не выберусь. Это ж валики. Ну да. Так, grab to complete... А, держи для того, чтобы завершить круг. А, это валики. Понял, понял, понял. Так, это тоже валики. Я вижу вот этот вот столб. А, значит, его нужно... Где-то рядом с ним должно быть электричество. Вот оно, электричество. Вниз, наверное, скатиться нужно. А, вот, все. Это первое? Первое. Смотри-ка. Ну и пойдем. Все, я как бы человек простой. Где-то здесь должно быть... Вот оно, вторая. Все. Оп-оп-оп-оп-оп. Музычка сыграла. А, это кат-сцена, по сути-то. Я ничего вообще сделать не могу. Не прыгну... А, прыгнуть могу. Сесть не могу. К сожалению. Меня куда-то везут. Что-то происходит. Ой, 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 запчастями забросали. Страшно, страшно, очень страшно. Непонятно, что происходит. Мне вот этот синий хрен бы не вылез бы. Я вот только его боюсь. А что он, сука, где-то рядом? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Где? Музыка какая-то напряженная. Ну, музыка напряженная. Зачем она? Она мне здесь не нужна. Напряженная музыка. Чему она мне здесь? Угу. А, ну просто типа оно дергается, но как будто бы не работает. Ладно, наверх можно пойти, а можно вот сюда вот что-то здесь нажать. А, давай дружить. А, сделай друга, не знаю. 1960-е, наша что-то фаунд, короче, понятно. А, эта машина может сделать всех и больше. Ясно. Необходим питание, необходим питание. Питание у нас откуда идет? Питание у нас идет вот отсюда. Питание идет вон оттуда. И туда уходит. И все, и хер его знает, откуда питание. Никому не известно. А вот это подергать. А вот это подергать. Вообще ничего не дергается. Ясно. Так, пойдем, значит, мы с тобой сейчас. Куда? Наверх пойдем. Куда еще-то идти? Вот что-то подсвечивается. Может, сюда что положить надо? Nobody lives without a toy. Короче, может, игрушку сюда положить? Чего? А, по ковру просто бегать с другим звуком. Так, давай. Ты дурак, нет? А зачем ты за него дергаешь? Ты серьезно сейчас или что? Я хочу игрушку взять вон ту. Серьезно? Я... Ладно, все, в жопу. Не буду я сейчас этим заниматься. Он, короче, вообще... Он все время притягивает свое внимание на... Эту. На рычажок. Он не хочет куда-то еще нажимать. Уже розовый, а рыжий еще не нашел. У меня некуда засовывать это. Точнее, нечего туда засовывать. Так. Здорово, конечно. Пиздерики. Ноги сломал себе. А мне и ног-то нет. Ломать нечего. Я, может, что недопонимаю? Need a power. А откуда я power-то возьму? Может быть, я что не это самое не доделал? Давай поглядим. Поглядим. Make a friend. Make a friend. Куда еще можно сходить здесь? Назад можно вот за... Нет, нельзя назад сходить. И сюда нельзя зайти. Можно вот сюда сходить, но здесь как бы тоже ловить нечего особо. И в принципе, от нас сейчас с тобой требуется это просто понять. Понять. И простить. Я сейчас допру, подожди-ка. Ему туда нужна игрушка.
Но явно нужно ее просто положить туда. Ее нужно взять и положить. Так, они все едут. Они все едут, да? Или не все едут? Сейчас. Я сейчас разберусь, подожди. Я... Тут особо комбинаций-то нет. Каутион, блядь, мне туда нельзя попасть. Ну смотри, вариантов нет. Отсюда вылезти я не могу. То есть все, что нужно сделать, находится здесь. Так как мне нужно питание. Питание мне нужно. Питание нужно вон туда. Оно уходит наверх. Я пошел наверх. Наверху нужно что-то взять. Не доходя до туда, где я падаю. Соответственно. Соответственно, что? Соответственно, ничего. А как я дойду до туда, если я вот падаю? А, ёб твою мать. Я падаю из-за того, что я просто дурачок. Не дотянул немножко. Опа. Вижу, что куда-то нужно питание. Так. Угу. А здесь-то... Это мне нужно обойти, я понял. Хорошо, ладно. Пойдем обойду. Притяну сюда... дорожку. И... бляха-муха. Притяну сюда вот... Притяну сюда вот. А я не понял, а как это работает? Это мне надо наискосок идти, что ли? И етить его, колотить. И вот мне прям чуть-чуть не хватает же, ну. Может, не так оно должно работать? Погоди. Сейчас. Сейчас я пойму. Я думаю, что мне нужно сделать. Думаю, что мне нужно сейчас. По итогу-то мне какая разница? Все равно же я прохожу здесь. Правильно? Правильно. Поэтому. Нихера не здесь. Давай я обману игру. Таким вот образом. И зациклю вот так. Все, заработал, отлично, смотри-ка. Питание появилось? Появилось, вон искорка какая-то пошла. Все, питание есть. Отлично. Я иду теперь вниз, нажимаю на кнопочку. У нас запись-то уже идет. 23 минуты, ошалеть. Мне казалось, что эта игра должна быть как-то короче, что ли. Я думал, мы уже сейчас пройдем ее. Оказывается, что здесь все не так просто. Ну, ничего страшного. Хуже никому не будет. Ну, в полчаса точно мы с тобой не уложимся, я так понимаю. Ой, блядь, так, power on. Нажимаю power on. Ну и чё? Блядь, чё делаешь-то, ну? Дружочек такой ты, блядь. Ты чё, на паровозе там едешь, что ли? Ебать. Я аж мурашами весь покрылся. Это что такое-то? Наушник выпал. Ой. Так, и чего? И чего? И куда? И дальше что делать нужно? Он же сейчас появится откуда-нибудь, да? Наверняка. А, мне нужно собрать игрушку. Я предполагаю так, верно, да? Лапки, ножки, хвостик, там, тыры-пыры. Сейчас все приедет, соберется. И, наверное, получится игрушка. А потом я эту игрушку возьму и положу вон туда. И тогда откроется дверка. Все, я понял. Логику понял. Самое главное, что меня очень сильно глушит. Сейчас очень громко работает это производство. Прям жуть. Ой. Что-то там, наверное, похерилось, да? Неправильно, наверное, что-то собралось. Ну, а кто...
Виноват, не с первого раза. Что там получилось? Ой, они покрасились. Так, покрасились, осталось собраться. Вот это страшная хрень такая с глазами, блять, вообще ужас. Крепота. Что-то происходит, что-то делается. О, лисенок едет. Или что, это собака какая-то? Со странными ушами. Она какая-то прям такая неловкая. После такого грохота. Так, здорово. Ну, и как тебя взять? Эй, товарищ. А, все, он взялся в руки. Ясно, отлично. О, так, я пойду, пожалуй, отсюда. Да и подальше. Toy accepted. Тойка принята. Блять! Фонарь-то дайте! Ебать того рот! Смотри, какой бежит за мной. Куда бегу хоть? Куда бегу-то, блядь? Куда бегу-то? Куда бегу-то хоть? Куда бежать? Сука, страшно-то как? Страшно-то как? Ебать того дару... Блядь. Просыпайся, горит. А там нельзя было убежать, там же все вот так вот было, все. Типа там тупик был, я же прибежал, все, кранты. Весь в мурашках, сука, они у меня спалят здесь на руках. Бежим. Ладно. Фонарь. Я так понимаю, это правильное было направление, потому что очень больно, я очень хорошо бежал. Может направо, не, направо некуда бежать. Наверх. Направо. Бежим. Донт. Вниз. А, бежит, смотри, а там застрял-то. Опа. Блять, тупик. Назад не буду даже оборачиваться. Беги! Че так медленно бежишь-то? Беги. Он сейчас за жопу меня схватит. Бежим. Сука, свет! А все, все, нет, не все. Бежим. Беги. Пожалуйста. Тащи. Бежим. Где он? Упал. Жопа, блядь, аж вспотела вся, я весь в мурашках сижу, в таких огромных, ты не представляешь. Просто, ух, блядь. Вроде не страшно, но вроде, сука, страшно. Такая, знаешь, такая безысходность в голове, прям сразу все, бежишь. Цветочек, мне туда и нужно, в цветочек нужно-то. Бежать нужно в цветочек, беги быстрее. Опа, кассета. Все, no run, turn, да? Ай, чё, и куда? О, комнатка. Обои милые. Фонарики, все дела. То есть, ну, красиво все. Ладно, уже хорошо. Музыка успокаивающая. Ладно, я буду бежать. Пам-пам-пам. Кукольный домик. Красота, спокойствие. Атмосфера. Мягкая. Милая. Дверки. Расстилаются перед нами. Куколка сидит. Чего? Ты открыл мою дверь? Мой сундук или что там? Ну, типа, кейс. Chapter 1, гейм-директор. Исаак Кристоферсон. Это конец первой части. Я понял, вот оно что. Смотри-ка, в 29 минут, почти в 30 минут. Я в полчаса уложился. Блин, как планировал.
Ух, ну такая, знаешь, интересная. Рисовка хорошая, все хорошо, все здорово. Просто немножко непонятно сразу, что делать и как оно работает. Заданий никаких как таковых нет. То есть у тебя есть задание изначально? Типа не сдохни, блядь, и выберись, и все. Исследуй и не умирай. На этом мы с тобой заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. Обязательно проявляй свою активность под видео. И увидимся. Возможно, в Chapter 2, возможно, в Chapter 3, возможно, в других играх и, возможно, в скором времени. Спасибо большое за просмотр и всем пока.